Всем привет, друзья, это Team Spirit. Мы вылетаем на Bali Major сегодня. Вот. У нас путь довольно непростой будет. Лететь там часов 20 в общей сложности. У нас пересадка будет в Катаре, там 5 часов и потом уже до Бали. Как твои ощущения вообще перед последним мажором в сезоне, так сказать? Устал, не устал? Слушай, ну чувствую себя на 7 из 10. Достаточно в себе уверен. Не хватило, конечно, немножко деньков, чтобы отдохнуть, вот прям сполна. После тренировки вот, ты имеешь в виду? Да, буквально еще вот пару денечков бы было бы идеально. Так, ну, что есть, то есть. Работаем с тем, что есть. Вот. В принципе, сейчас еще пойдем есть. Mm-hmm. Ну и вот, спасибо, что вы тоже есть. И болеете. Ладно, давай вопрос про дриблибы у меня к тебе. Опять же, вы очень много тестили разных героев, как было видно. То есть, да, там маг играл на бруде, на миране, на тройке, да? Это было специально сделано или это просто импровизация во время турнира? Где-то более осознанно мы к этому подходили, где-то пытались импровизировать, собственно, где-то и получалось не очень. Вот. Но да, были определенные такие матчи, к которым мы подходили с мыслями, что, блин, вот этими героями еще не играли, но в целом логика какая-то присутствует, давайте попробуем. Возможно, все равно получалось не очень, но, в общем, такие матчи были, да. Игровая форма ваша получается 70 сейчас, да? Да. Семерочка, да. Твердая. Перед Берлином была шестерочка, сейчас семерочка. Не, вот там была твердая шестерочка, а сейчас... Такая немножко жиденькая семерочка. Приземлились с моими лучшими друзьями в Катаре. Как дела, как у вас? В Дохе? В Дохе. Доха город. А что не выдохи? Дох, выдох. И мы опять играем, бим. Как прошел полет у вас, друзья? Ты что? Спал? Ты. Я? Ты спал? Спал. Спал. А ты спал? Нет. Да. У нас 5 часов пересадка, я напомню вас. Смотрите, на нас камеру. Значит, у нас план пойти помыться. Ну, пойти поесть, обойти 10 магазинов минимум, 10 со шмотками, 10 со всякой техникой, 10, ну, там, по питанию. Не знаю, есть ли тут столько, вообще нет, но это у нас план. После того, как мы обойдем 30 магазинов в сумме, мы хотим пойти купить лего и построить прямо здесь где-то башню. Полет хуйня. Хуйня, просто полет, ноль места, я сижу между двумя. Тебе понравилась еда, я слышал. Да, заебись было, десерт был супер. А вот места, чтобы его есть, не было, я вот так вот ел. Ну, а что ты как, хочешь? Как какой-то вот кальмар. Здрасте. Здрасте. Человек с камерой. Снова для друзей снимаешь? Бог. Для своих лучших друзей. Я снимаю своих лучших друзей для своих лучших друзей. Этот молодой человек летел у нас в бизнес-классе. Из-за овербукинга, скорее всего, да? Я не знаю. Ну вот. Короче, так, посадили, подайся. Так получилось. Вот. Да. Ну-ка, отличие. Еду я так не попробовал, я ночью не спал, поэтому весь самолет, весь полет просто проспал. И каких-то отличий особо не заметил. Ну, удобно спать, может быть, там, да? Ну, да, да, там есть кнопочка, где ты можешь горизонтально расположиться и спать. Ой, я без мага слышал, там KFC, Burger King. Опа! Все, погнали, да. Летели на Бали с Яриком. Я потерял наушник, это подсоб. Просто он, ну, испарился. Просто испарился? Да, в другое измерение вылетел. Так. Невозможно его было найти, я там все перекрыл. Сиденье чуть ли не разобрал. Не нашел, короче. Нормально, поспал? Не спал? Спал. А ты? Спал весь полет? Я ничего не делал. Я предполагал, что вы не выспитесь, поэтому пришлось одному за всех поспать. Нас очень круто встретили. Как тебя встретили? Прикольно? Первый раз у тебя такое, нет? Вообще у меня уже что-то было, по-моему, на Мальдивах такое что-то тоже было. А, было? По-моему, да. Вот этот вот человек. Да. Напился в самолете, пришел, просто упал, валялся в проходе. А, так он еще даже в самолете, в общем, там уже ползал. По полу вы бы видели, он просто пол полета. Так я это прям видел своими глазами. Что, тебя обижают? Со мной. Тебя обижают? Почему нет, просто рассказывают true story. Так, ну, получается, приехали в сам отель. Сейчас ребята пойдут номера. Оставят вещи, мы поедем уже в практис на микроавтобусе. Сейчас пойдем к Диману в номер, посмотрим, как живет менеджер команды Team Spirit. Мы имеем футболку, мы имеем толстовку, мы имеем сумку, мы имеем... MacBook? Это для шеи? А, это этот, походу, воздух чистый. Знаешь, эта штука новая? Изобрели недавно. Да? Нет, я не думаю, что это воздух чистый. Не, это именно это вентилятор на шею. Вентилятор это на шею. Вентилятор на шею, да. Гениально. Гениально. Коврик, коврик есть. Это что такое? Слава, разберись, я не понимаю, что это такое. Панамка? Да. Серьезно, панамка? Да. Жестко. Прикольно. Значок. Значок Bali Major и. И, соответственно, бейдж. Слава, у тебя твой размер. Так. Идеально. Идеально. Вау! Идеально. Продолжаю, Славунти, ложитесь.
Тут сесть, чтобы у меня сзади вот никого не было, я никого не ебашил, когда хотя бы на метр вот отодвигаюсь. Первый раз это практика. 10 на 10, ну, места много. Стул концептуальный, дерево есть. Супер, вообще минусов не вижу. Балкончик есть? А, балкончик есть? Да, вот, вот это имба, вот это имба. Лима Момон. Лима Момон. Завтра у нас смеет день. Увидимся, скорее всего, там уже, у нас 2 часа дня. Мы проснулись, улыбнулись, но первым делом меня Дмитрий Корбан привел куда? В спортзал. Блин, вообще неудобно. Весы, кстати, можно здесь. Чтобы если ты говоришь свой правильный вес, я тебе даю 50 евро. 50 евро? Окей, давай. Сколько ты весишь? Наверное, 69 где-то. 69? Давай, 69. Согласен, ты считал. А ну, если ты угадываешь, то ты 50 евро, согласен? Нет. Ладно, я такого говорю. Давай, давай. 69. Ты не дотянул. Так со мной такой спор работает? Нет. Да, работает. Давай чисто ради интереса. Сколько ты весишь? Я не знаю, реально. 81. 81. 81 с половиной. Окей, правильно. Он не хочет работать. Наверное, надо вылезти с него, чтобы он перезагрузился. Ну, это он нажал на клавиш. А за сколько там было? Ну, кстати, все равно много. 84. 84. Ладно, забью бицуху и пойдем. Раз пришел, чтобы не просто. Ты не собираешься ничего делать? С утра чисто. Нет. Нет? Нет. Не хочу. Все, забивать падло. Тут нормального жима. Центр зала. Какой зал? Тут здесь нормально стоит для жима даже. 3 из 10. Я ставлю 4 из 10 ставлю. Здесь нет, смотри, здесь нет турника вообще никакого. Нет турников, ни брусьев, ничего нет. Нормальный. Ну просто нет скамьи для жима нормальный. Что ты будешь делать? Ну, типа ты вот там можешь. Ну только если да. Ну это, ну, мне не нравится там жать. Сейчас ребята отправляются на брак. Ну вот, отвлекать их не будем, мы после этого уже увидимся на медиадне. Сначала мы все, потом Ярик, чтобы мы Ярика не ждали. Не выяснили время. Так, да. Ну, вы у нас интервью будете брать. Да? Вы у нас интервью берете. Нас повезут сейчас. На пляж какой-то. Нас там красиво поснимают. Ну, не нас, а вас. Потом только тебя будут снимать 2 часа. Потому что ты звезда, понимаешь, чем спит. Вот. А после уже вместе всех. Вот. Как вообще праги прошли сегодня? Вы успели сразу один праг? Компам привыкли, все хорошо? Серьезно? Блин, это классно вообще. Выиграли, да, получается? За 9 минут. Там сдались противники, я слышал. Не, не сдались? Сопли проточило, разъебали. Ну, видишь, Ярика, ты меня обманул, получается. Теперь я буду новым оператором. Вот так вот. Угу. Все, извините. Всем привет, значит, с вами новый хост Team Spirit. Меня зовут Ярослав, актер Найденов. И теперь у нас будет новый игрок, давайте с ним познакомимся поближе. Вячеслав Мипошка Леднов. Вячеслав Картошка Леднов. Сегодня сыграли праг. Вот. Своя новая команда первый раз. Ребята так? Сдались, прикинь, на 9 минуте просто вернулись, сказали, мы не будем сыграть. Слишком сильные. Ну, но я на драфте, да? Драфтил, как умел. Так, ну что, переходим такой у нас. Так, на драфте жестко, да? Ну чувствуется, да, уровень сразу. Ну конечно, конечно. Как это? Как тебе вообще новым амплуа? Просто вот торжу, ни хрена не делаю, не знаю. Кайф. А вот тут мы будем снимать сейчас контент. Здравствуй, Денис. А вы кто? Ой. Это новый... Я новый хост, Ярослав Актер Найденов. Ярослав Актер Найденов? Вот новая ваша пятерка. Это новая пятерка? Вячеслав Картошка Леднов. Леднов. Будем фотографироваться, наверное. Прикольно, что здесь сделали позы для игроков. Прям вот распечатали, показали, как нужно делать. Это классно, я такой в первый раз вижу. А? Записывали мой слайм. Как вода вот режет камень, Team Spirit вкатывается в эту волну и будут вас всех ебать. Что это такое было? Я вообще в восторге. Еще раз так сделать, да? Ну, целый день мог такое делать. Приехали на последнюю локацию. У нас здесь закат, все дела. Красота, короче. Вот, сейчас парни здесь пофоткают, они здесь проходку сделают, чтобы красиво было. Вот так и все выглядит. Это точно просто съемочка. Модельная конечность. Но я бы, конечно, лучше в Доту поиграл. Ну а что делать? Ты звезда. Yeah. Стал, Денчик? Да что-то как-то неорганично день идет. Ну, он какой-то очень самый долгий, на самом долгий медиадень вообще. Долгий, самая пиздатая, то, что, типа, ты летишь 20 часов, просыпаешься в 5 утра, сидишь ебашь в Доту,
тебе в 9 вырубают свет, чуть не засчитывает игру, типа, из-за которой я жопу рвал, сидел 40 минут. Чуть ли не засчитывает игру, я фаст там спушиваю, потом в 2 часа медиадень, сидят, красят 20 минут, фоткаемся 10, и потом нам говорят, типа, ну, на часик съебите, нам надо, не знаю, что-то сделать. И потом еще шаттл ждем, типа, 1.5 часа. Вообще кайф. Ну вот, 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 Илюха, я писал весь наш сегодняшний день, в принципе. Очень понравилось. Кубинская сучка. Он подписан? That's me. Это же Океан? Да. Это индийский. Логично. Все, на этом закончился наш приятный медидень. Картошка, ты зачем снимаешь? Извини, забыл. Капец, игроки, конечно, пока я был занят, пока, блин, отсутствовал делами там серьезными занимался, тут эти дебилы малолетние. Уже вообще власть какую-то почуяли. Так, что? Как прошел день? Отлично, отлично. Мы пофоткались, мы все сделали, красиво все было. Сейчас мы поедем в отель. У нас праг, кстати, через 30 минут. И после мы обсудим групповой этап. Я покажу вам все, как будет ты на групповом этапе. А, ты покажешь. Я покажу. Блин, забыл. Совсем попутал уже. Да, в общем, ребят, ждите. Скоро будет очень классный, свежий, классный контент. Дважды классный, неспроста я сказал. Вот. Будем с картошкой вам снимать вообще лютую тему. Мы вернулись в отель. Парни сыграли пару праков, вот, и завтра начинается уже групповой этап. Какую команду считаешь самой интересной вот, в группе, именно вашей, в группе А? Самый сильный, наверное. Тундра, наверное, самый сильный. Тундра Esports. Да, будет ли играть с ними интересно, я не уверен. Но они самые сильные. Ну, скорее всего. А темная лошадка в группе есть у вас, как ты думаешь, которые могут удивить, от которых ничего не ждут? Может быть, пусть будет Blacklist. Не знаешь, что от них ожидать. У нас сначала группы с довольно сильными командами, которые весьма, то есть они фавориты, можно сказать, группы. Это для нас плохо или хорошо? Как ты думаешь? Потому что мы обычно разгоняемся по ходу турнира. Как это может сказаться? Да на самом деле вообще все. Типа по барабану, если бы они были в начале, в конце. Да, все по равно, большому да? счету. Ну смотри, тогда хорошо. Вот мы играем с фаворитами, мы им сразу проиграли, а потом разгоняемся, играем с более слабыми командами, допустим. И шансов выиграть больше. Ну, да, если бы мы играли с командами послабее в начале, исследуя твоей логике, что мы им сразу проиграли, а потом команды сильнее. Мы вроде как разогнали все команды сильнее, и очков не добрали, и придется. Понял. Это финальный вопрос. Закончим таким. Твои предикты топ-4. Кто выйдет в верхней сетке в нашей группе? Пусть будет Тундра и еще кто-нибудь. Team Spirit. А, не знаю. Мне кажется, вот, ну. Непонятно, в какой форме Liquid, если пару месяцев раньше ты мне этот вопрос спросил, я сказал Тундра, Liquid плюс две команды, а так выйдет Тундра, остальные три там плюс-минус остальные равные. Тогда увидимся завтра, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии.